Курбан-байрам – ежегодный праздник, отмечаемый всеми мусульманами. В этот день они осуществляют ритуальные жертвоприношения и молятся. Торжество символизирует проявление доброты и милосердия Аллаха и празднуется 10 дня 12 месяца по мусульманскому календарю Зуль-Хиджа. В этом году Курбан-байрам пришелся на 12 сентября. Рано утром мусульмане совершают омовение и надевают чистую одежду, а после идут в мечеть для утренней молитвы. Это очень большой праздник для нас. К тому же проходит лишь раз в год. Поэтому все мусульмане торжественно и с большим уважением празднуют его 3 дня, показывая тем самым почтение к единому Аллаху. Празднуют для того, чтобы следующее поколение не забывало о нем и исполняло его заветы. Как принято в этот праздник, прибрались в доме, встав рано утром, прочли намаз, приготовились и пришли сюда, чтобы присоединиться ко всем мусульманам. Вот прошел дождь, засветило солнце. Это как благословение и большое счастье для нас от Бога. В городской мечети традиционно имам Мухтасиб Салават Хазрат произнес проповедь, поблагодарив Аллаха и пророка и объяснив всем присутствующим значение хаджа и ритуала жертвоприношения. После молитвы был совершен традиционный такбир – восхваление Аллаха. Женщины должны делать это про себя, а мужчины читать вслух и громко. После проповеди и чтения молитв гостей пригласили на традиционную трапезу. В большом казане специально для посетителей мечети было приготовлено праздничное угощение с мясом – плов. Вы лично тоже готовите плов? Как плов готовят? Руками готовят, головой готовят и сердцем готовят. Понятно? Душу надо вкладывать. Хурматли мубин дин кардаштарим, ассаляму алейкум, барахматуллаху и баракатуху. Сизи барахлатонарам кутлоим. Я поздравляю всех жителей со всеми прошедшими мусульманскими праздниками. И, конечно, с Курбан-байрамом. Удачи всем и здоровья. Мы очень хорошо встретили этот праздник, дружно, вместе. Дай Бог встретить также следующие годы. Побольше счастья всем и радости в жизни. Этот праздник возник давно. История гласит, что у пророка Ибрахима много лет не было детей. И в своих молитвах он сгоряча пообещал Богу, что если у него родится сын, то, не раздумывая, пожертвует его. Далее, как гласит история, у пророка родился сын, и через несколько лет во сне к Ибрахиму явился посланник Аллаха Джабраил, попросив пророка исполнить обещанное – принести в жертву сына. И когда отец, смирившись, приготовился совершить жертвоприношение, Аллах остановил его, принеся вместо сына Ибрахиму в жертву ягненка. С тех пор для всех мусульман обрядом поклонения Богу является заклание жертвенного животного, и день этот стал называться Курбан-байрам. Очень помог в организации Курбан-байрама нам глава администрации Борис Беляев. Вместе со многими предпринимателями города устроил нам такой большой замечательный праздник. Во время празднования Курбан-байрама принято навещать знакомых, друзей и родственников, дарить им подарки. Этой традиции придерживаются все мусульмане. Курбан-байрам – очень древний праздник, которые мусульмане отмечают ежегодно. И посещать мечеть в этот день – это неотъемлемая традиция. Вот и я пришел и стараюсь приходить каждый год, чтобы не случилось. А супруга дома печет блины и готовит всякие вкусности, приглашает гостей. Сама посетить мечеть, к сожалению, не может, но дома готовится к празднику и встречает родственников. Пусть праздник Курбан-байрам будет благословенным. Дай Бог нам увидеть следующее его празднование. И чтобы все мы были здоровы, а жизнь наша мирной и спокойной. Гульназ Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».